Привет, друзья! Сегодня 31 января 2021 года. Вот сестра позвонила, назначила мне свидание у Магнита. А с какой стороны ее ждать? От ее дома или вот от маминого дома? Сказала, что будет через 15 минут. Так, ну что, Магнит такой пустенький. Хорошо, деткам, весело. Погода действительно просто великолепная. Снежок такой выпал, уже по-настоящему зима. Уже настоящий минус. Или она там? Ты ли? Чё ли? Я всматриваюсь вдаль, жду розовую курточку, розовую масочку, ослепительную. Римма, я же не думала, что ты выйдешь. Ты же обещала, что все после двух дней такого марафона. Да. Вот, а розовая — это праздник. А это так, по нашей деревне. Ну ладно. Пойдем. Отмазалась. Вот. В среду будет розовая, если ты меня с собой возьмешь. Хорошо, хорошо. Мне надо в Магнит. Какой? В левый, в правый? Косметик? В косметик. Ну пошли. А фикс прайс пойдем? Вдруг там было обновление. Это я знаю. Пошли. Я решилась в этот раз узнать цену плетеной штучки. Вот этой плетеной штучки. А, они уже написали. 249, однако. А не помнишь, сколько сказали? Женщина говорит, что она покупала. Ну, по-моему, там были скидки, она купила за 150. Нет, ну я передумала за 249. Я шла за 250, за 150 купить. 15-го будут скидки. Мне сегодня позвонила Наталья, наша из Путапарти, подруга, в Тюмени, которая живет, в которой Саши летал. У нее были билеты на ноябрь Аэрофлота. Ну, естественно, не полетела. Аэрофлот поменял на апрель-май им, всем девчонкам. Все там подтвердилось. Главное, такое... билеты не пропали, деньги не тогда пропали. Они пропали, да. Но сегодня она звонит, говорит: Ира, Аэрофлот отменил все рейсы. Нам пришло отмена на апрель, на май. Сказали, не будет рейсов. Выставлены у них рейсы, говорит, только на февраль. Типа того, что давай, говорит, посмотрим тебе 14 число. Улетай, говорит, если сможешь. Посмотрели, она говорит, слушай, говорит, они были выставлены, а сейчас опять убраны. Типа как выставлены сами даты по пятницам, субботам Шереметьево, а говорит, билетов не купить. Ну, короче говоря, вот сказали, что два раза в неделю будет летать, там в Индию самолет, ковер-самолет, видимо, будет летать. Аэрофлот не полетит, сказал. Она говорит, сможешь, улетай как-то по-другому. Если сможешь, потому что, говорит, похоже, к апрелю-маю вообще гайки, говорит, еще закрутят сильнее. Блин, да. А мы так уже мечтали. Причем это им с ноября поменяли и обещали, все было нормально. И сегодня раз, и такие отказы. Даже я это за тебя огорчилась, да? А я за них. Мы с ними думали, что в Драмсалу съездим, в Варанаси. Да. Девчонка. Мой любимый этот, я все мечтаю поехать в Индию, уже составила список. Индия, Путапарти, Драмсала, Варанаси. Ой, нет, не Варанаси, а этот Амритсар. Амритсар, потом где Далай-лама? Драмсала, Маклёд-Гандж. А, Ришикеш, Ришикеш, там это река с мостиками. О. Да, ну у меня любимая Ришикеш, да. Блин, ну что ж такое-то? Давай повозмущаемся без камеры. Давай повозмущаемся. Это сатрапы какие-то, сатрапы. Да. Деспоты и сатрапы. Деспоты. Ой, боже, какая милота. Так ну чего не можешь-то всего 129 рублей? Смоги. Такая хорошенькая. Ты же не куришь, например. Пачка стоит сигарет вот столько. Считай, что ты куришь. Ладно, на этой неделе я не буду больше курить. А так ты хочешь всех котят купить? Мы будем у тебя пить чай? Мы идем к тебе в гости?
Я просто, понимаешь, мне очень понравилась чашечка, которую я в прошлый раз купила. Но она стоила 55 рублей в фикс-прайсе. И я хотела сегодня еще одну купить. Очень мне понравилось. А так мы сходим туда? Ну да. Ну, смотри, какая кошка. Ну, котятки вообще милота, конечно. Милота, милота. Ой. Сразу вспоминается кот из мультика «Голубой щенок», помнишь? Да. Такие хитрые глазья. А Саши завтра поедет в Анантапур, в ФРО, Foreign Registration Office. Это вот где... Мне даже уже Саши жалко. Где я, да, получала, ну, этот свой вид на жительство и узнает... Как смогу ли я сейчас лететь? Уже нету, я хотела. Да вот эту ты хотела, Наташа. Ты да эту ты хотела. Хорошо, надо будет узнать. У меня же есть пруфы. Ну, вон 69. Ой, слушай, очень хорошая штучка. Так, мы взяли чашечку, мы взяли вот эту штучку, корзиночку. За это мы имеем право душиться. Ой, а я вышла уже надушенная. Какой облом. Знаешь, я что-то не чую. Да? Да. Так что, Миша, права, я тебе разрешаю. Все от меня зависит. Ты спонсируешь, да? Спонсор нашего в этот раз разгула Наталья. Да, душу ни в чем себе не отказывай. Как? Ну что тут, смотри. Лошадка есть. Я обожаю мягкие игрушки. Ой, у нас их очень много. У них одна, значит, огромная вот такая пластмассовая коробка со всякими разными игрушками. Одна с куклами, прямо куклы всякие разные. А наверху, на втором этаже кровати, лежат вот куча таких мишек разных, прямо до размера до моего. Ой, даже с цветочком, смотри, какой романтик. Тут, когда развлекала Дашеньку, я ей разложила этих мишек, чтобы она играла. Сейчас я тебе покажу. Это я ей только это самых больших комнате, разложила, да. Угу. Пока... А там их целая куча. Блин, обожаю. И мишки, и овечки игрушки. Такие же. Даже как здорово. Вот. Блин. Сколько сразу друзей? Аж сразу три друга. Делай все, что тебе захочется. А знаешь, она что делала, что захочется? Она через этих мишек лезла на второй этаж двухэтажной кровати. Пыталась. Вот видишь, что она там делает? Ой. Ты больше не интересуешься этими ночными сорочками? А, тут их и нету, не осталось. Нету. Мой, так сказать, фасон. Но они не тянутся. Они не тянутся, не трикотажные. Да. А я вот не люблю без рукавов. Ты знаешь, я все равно, у меня руки мерзнут почему-то. Ну, я ничего. Мне главное спинка, чтобы закрыть. Два вида вот с помадами. Вот такая и такая. Ну, это совсем большая. А ты пробовала? А где у нее дырочка-то? Я не вижу. Вот у маленькой вижу. Ну, нажми. Сейчас. Она не нажимает. Отними, тогда оторви. Давай. Очень малиной пахнет. Мне почему-то нравится этот запах. Это малина? Не знаю. А что мы душимся за 2000? Мы же можем подушиться и за 4. А где за 4-то? Мы можем и за 5.5. Ух ты! Давай скорей. Пока нас не разогнали. Пока не началось. Именно. Ой, нежненький, приятный. Вот. Хочу тебе рассказать душещипательную историю. Здесь... Перед Новым годом были очень хорошие скидки. Так. Не щипет. Что? Душу. Вот, например, мои любимые духи, они стоили 700 аж рублей. Какие? Вот эти. А сейчас ты еще 700. Ну,
Ну все, Нина, покупаешь, Наталья, ну чего щипать-то души? По цене. Ну хорошо пахнет, да, хорошо. По цене одного. Вот. Но все равно не 700, все равно получается по 900. Но будут следующие новые года. Все, Нина, покупаешься. Ну я надеюсь, что вот скоро будет этот влюбленных-то. День Святого Валентина. Да, может тоже сделать скидки. А это уже не поднимается рука. Я думала. И я сама себе подарю, да? Поскольку я влюблена в себя. Нет. Помнишь, как Кэрри Брэдшоу взяла, сама за себя замуж вышла, всем приглашение разослала. Присылайте, говорит, мне все подарки. А то, да, и фиг замуж кто возьмет, подарок тоже хочется. Так, куда тебя еще подушить? Ну, давай в эту куртку. Тоже ничего. Ну, я вот в эту куртку. Да, твоей-то незаметнее. Мне-то уж ладно, уже больше не надо меня брызгаться. Да. Ну, ладно, пошли фикс прайс. Я тут не вижу особых обновлений. А фикс прайс что-то везли, помнишь? Да, аж целую машину. Да. Мы как-то сбили курс. Ты не так пошла. Дикси мы заканчивали всегда. Но эти же мы уже проверяли, у них кожица плохо отходит и кисленькие. Что выбрала? Фасоль хочешь? Ну, я обычно люблю, знаешь, фасоль по-монастырски, но сейчас... 129,90. Однако, бери лучше баклажаны, печеные в томатном соусе. Не хочется. Что-то но зато они дешевле. А здесь фасоль печеная, там 129, однако. Однако. Ну ладно, подождем. Угу. Здесь 65, в пятерке было 56. Ну если... Я на твоем правом плече сижу, ангел, значит, шепчу со стороны твоего правого плеча. Ну если... Я твой ангел-хранитель, я сохраню тебе 9 рублей. Полкилограмма. 249, классический сыр Брест-Литовский. Наташ, мне кажется, выгодное дело, нет? Полкило, 249. Так, полкило, а килограмм суши 500 рублей, да, вроде выгодно. Надо взять. Да. Я, кстати, так собрала. Угу. А было 800, так что надо. Тем более Брест-Литовский, мне нравится вообще их компани. Да. Для супа и соуса 30 рублей. Ну, тоже можно что-нибудь сделать. Грибной суп какой-нибудь. Я люблю такие. Вот я тоже беру. Ага. Тут скидка, смотри. Было 109. А почему оно 109 было? Неужели за 109 его покупали? А сейчас 59. Это литр, да. Ну, это же литр. 950 миллилитров. Ну что, 9 все равно. Ну давай еще посмотрим, какие есть. Мне молоко надо. Или в пятерке? Можно в пятерке, чтобы не таскать. Мне молоко нравится. Но оно в холодильнике плохо стоит. Вообще не стоит. Большая. А вот, смотри, молоко. Хочешь, 45, а было 80. Вот. Сколько тут грамм-то? Вот они сейчас с этим, тем, что уменьшают, вот, ой, боже мой. А сколько грамм-то здесь? Какой смешной. Наталья, ну прочитай внизу, сколько грамм? 900. 900. Надо попробовать. А оно пастеризованное? Сколько у него срок хранения? Я люблю сейчас пастеризованное. 11 февраля. 11 февраля. Нормально. Ну и я ж возьму. Давай, попробуем. Интересно. И хочется, и худеть хочется, и есть хочется. Но сыр же мы уже купили. Сыр уже купили. А шпикачки там или... А, ну ты же вегетарианец. Хочешь шпикачек? Хочешь... Я не знаю. Может, лучше все-таки курочку? Ну, смотри, сама смотри. Так, а что ты мне посоветуешь? Я не знаю. Ну, иди посмотри. Ну, пойду. Если хочешь. Ну, не удержались, не удержались. Перчики были там чуть-чуть с подмятыми бочками.
по 50 рублей, красные такие, вот красивые, красивые, да, болгарские. И помидорки были подмятые по 50 рублей. В общем, на 100 рублей купила, потому что на поджарку очень хорошо. Правильно? Разливных напитков. Пивоком. Не, ну, надеюсь, фикс прайс нас порадует какими-нибудь новинками, обновками. Да. Пусто, да, мы уже привыкли, нам понравилось, что здесь так много народу. Меню удобрения. Хозяин батюшка. Вот в разных магазинах, наверное, в разных городах разные вещички, да? Ага. Саша звонит. Дарлинг наш. Так. I am fine. Hello, Sashi. Hello. Hi, hello. Hello, Natalie. How are you? I'm fine. Natalie? We walk. We in making shopping. Very good. Uh-huh. Happy. Yes, we happy. I finished my dinner. I'm watching video. Natalie. Прощаемся. Sashi, I love you too and miss you. Very miss you. Да. Long time we don't. Покажи эту. I miss you. Мы скучаем по тебе, да. We miss you. Давай, уже заканчивайте уже коронавирус, товарищи режиссеры. Нам надо летать. Мы хотим летать. We will come. Да, все. We'll see you. Давай, пока. Так, пока, папа. Ага. Давай. Понравились, да? Очень удобно. Ага. Какую возьмешь, I miss you или I love you? Ну, не знаю. Я уже взяла же фиолетовую. А, нет, ты ничего не взяла? Вот эту вот, да? Да, эту я взяла. Нравятся мне такие штучки. Да. Так, ночной крем сыворотка Алтай. Дневной крем лифтинг для лица за 77. Гиалуроновое желе для лица, дневной уход от морщин. Ну, я видела в рекламе кого-то, там были какие-то космонавты. А у нас, я думаю, подставка тележки вот такие, вот сюда кладешь телефон. Ну, они такие довольно... Ну, они простецкие, скажем. Да, простецкие такие. А это стиль Прованс какой-то такой, вот очень красиво. Угу. И куча сердечек. Куча сердечек, они, да, готовятся к Валентинову дню. А почем лампы? Ну, они, конечно, довольно так... Неэлегантные. Неэлегантные, да. Просто у меня дети сломали мою розовую элегантную лампочку. Я сына попросила разобрать, он разобрал и не собрал. Я говорю, есть шанс, что ты мне ее починишь? Он говорит, шанс есть. Шанс есть всегда. Да. Я говорю, мне новую покупать? Он говорит, нет. И вот прошла неделя. Шанс есть, лампы нет. Ну, типа как с самолетами. Ну, шанс понятно. Есть, самолетов нет. Как это? Самолеты летают, только где, куда, когда. Но они летают. Саши говорит, ну ты не слушай Наталью. Наталье отказали, но она же турист, а у тебя, говорит, OCI. Я говорю, так отказали, потому что самолетов они не дадут. На чем летать-то мне? Может, на ковре самолет? Персональный ковер самолет. Ну. Слушай, мне понравился. Обклей холодильник. Я тебе уже предлагала еще в Леруа котиками. Там был большой котик. Сколько стоит? Набор котиков 77.
А вот птички с розочками. Угу. И тоже эти бабочки. Розочки. А мне можно мою новую стенку обклеить. Да, если ты не обклеишь, девчонки растут, обклеят. Вырастут, обклеят. Так что, как говорится, кто первей. Кто первей? А если я покажу дурной пример, и они начнут все клеить? Тоже, как начнут родители клеить. Лучше не надо. Да. Коробочки, всего 55 рублей. Какие прекрасные. Голубенькие, розовенькие, угу. И зелененькие. Маска для глаз 99. А красота-то какая неземная. Щетка для умывания 55. А вот еще какая маска для глаз. Не пойму функциональность ее. Это, наверное, просто ее надо замораживать, а потом замороженную на глаза. Мне это понравилось. Да. Такая. О боже. О боже. А что? Это действительно там прохладу, чтобы синяки. Ну да, в холодильнике подержать, а потом очень класть. Очень милая маска. Очень милая. Мне тоже понравилась. Щетка для умывания. А так-то не умыться, что ли? Зеркало с блюзками. Я теперь, когда вижу блюзки, сразу вспоминаю Марину. Да, да, Мариночка наша. Ой, смотри, оно там боже, играется. Боже, красота какая. Смотри, как переливается. Ага. Я засмотрелась. А сколько стоит? Ой, не знаю, 99. Вот цена. А-а-а. А вот зеркало-органайзер. С этой стороны 149 стоит. Это зеркало. Два цвета, белое и черное. А это надо увеличивать. Зеркальце релакс. Вообще красота. Я видела в обзоре вчерашнем одной блогерши из другого города. Такие зеркальца у них в фикс-прайсе, но с золотыми, по-моему, ушками зайчьими. В общем, непонятно. Нас обделили. 149 это стоит. Голубой еще белый цвет есть. Так, сумочки. Сумочки. А мне, кстати, вот это вот понравилось. Смотри. О, я такие тоже люблю. Легкая. Но мне нравится, чтобы еще была ручка на плечо. На плечо, да. Да, без ручки. Не очень. Недостаточно. Я все-таки, Наташ, решила взять эти салфетки. Ага, такие давай. Нежненькие. Потрогай помпон. О, релакс. Зеркало релакс, помпон релакс. Вон какие рукавички. Ну да, с лимоном и кофе. А, ну вот, это новое. Вот этого не было. Да. Так же есть какое-то было. Обновление. Только хотела пожаловаться, что обновления не было. Обновление, похоже, было. Ой, смотри. Мягкая для унитаза. Это чтобы не холодно было. Ой, да боже ты мой. А что? Это очень важно. Ну что, не взбодриться, что ли? Хорошо сел, взбодрился. С утра. Ой, какие коробочки. Коробка складная для хранения. Вот они так выглядят. Они просто тяжелые. Они их понавешали вот на эту. Она аж гнется вот от тяжести. Ящик на колесах. 32 литра. Шкаф куда-нибудь. Но он, по-моему, без... А, без крышки, говорю. А вот крышка за 77 к нему уже. Вот так. То бишь 277. А, да, сейчас...
по деревне много девочек мы видели, ходят в таких шарфах. Зато в фикс-прайсе их стало гораздо меньше. 200 рублей. Мне написали, вот это для меда, оказывается. Да, я тоже смотрела. Ты прочитала, да? Да. А то я не поняла. Вот эта штучка медовая. Угу. Ну, ой, неудобно мне одной рукой. Вот. Ну, наверное, не очень удобно. Не удобнее знаю, же ложкой. Ложкой, да. Потому что это потянется, вот эта штука. Так ложкой так раз убрал. А потом вообще ложку взял и облизал. А эту как? Эту не оближешь, да. Сколько мед пропадет. Язык же не засунешь между этими штучками. Так. 55. Вот, посмотри, какая нежная штучка. 55. Смотрите, какой маленький сахар. Сахар 18. Чайковский. Удобно, да? Да? Хотела еще купить такую чашечку. Ну? Осталась последняя. Видимо, всем понравилось. И... Видишь, вот ноготочком проведи. А что ноготочком? От, не знаю, трещина или что вот. Вот это вот. Ноготочком именно. Чувствуешь? Ну, как будто как накат какой-то. А мне кажется, трещина. Ну тогда не бери, если сомневаешься. Зачем тебе это? Большого пальца. Говорит, ты поймешь лучше, если ноготочком большой руки проведешь. Так-то у меня их много рук-то. Есть маленькие руки, большие. А, да, все точно, я увидела. Учуяла. Увидела. Да, там какая-то, ну, выемка точно есть. Вот и народ появился. Вот какие есть пиалки, такие супницы симпатичные. Бежевый и зеленый цвет. А с этой стороны есть такие же чашечки, бокальчики, зеленый, ну и розовый, розовый. Он не бежевый, да, он розовый, наверное, вот так скажем. Красиво, правда? Прямо комплект такой уютненький. Вот это мне понравилось. Вот здесь немножко на верхушке, что-то как-то не очень. Что-нибудь еще нашла? Мне просто вот такие вот перчаточки очень понравились. И смотрю, их все меньше и меньше становится. За 100 рублей, согласитесь? За 100 рублей это прекрасная цена. Да. Так, ты такие вот покупала? Да. Угу. Но я же еще старые не сносила. Ну да. Ну когда сносишь, этих может уже и не быть. Мне же еще надо вот эти сносители потерять. Как говорится, зачем тебе сапоги-то еще, коньки не сносила. Вот лампочка такая, вот, ну почти как у меня. Только сюда надо лампочку покупать. Симпатичный. Летающий шар со светом, игрушка. 199. Что-то там такое, зарядка, наверное. Какая штука интересная. Пазл 3D. Пазл 3D 149. Смотрите, видели такие пазлы? Пазлы просто я видела, а 3D не видела. Наталья, ты же любишь пазлы собирать? Иди тебе, пазлы 3D. Я обожаю пазлы собирать. Но очень важно, чтобы была красивая картинка. Да. Трудишься, трудишься. Игровой набор. А, так, веселая лепка. Где? Почем? Почем? Нету, да? А, что здесь? Кассовый аппарат. Кассовый аппарат 199. А вот веселая лепка 199. Смотрите, можно... Ой, ну у нас и так уже вся квартира пластилином облеплена. Не успеваем прятаться. Машенька находит, за ней Дашенька.
Дашенька пластилин ест, пытается. Игровой набор мебель для кукольного домика. Кукольный домик продается отдельно. А вот мебель. Конструктор лабиринт с шариками. 149. Смотри, 5 видов куколок. Угу. Ты бы какую выбрала? За 149, да? Сколько они стоят? 200. 200. Так, ну, Аврора. Ну, не с синими волосами я бы выбрала. И не блондинку. И не рыжую. Я бы вот эту выбрала. Аврору. Шатенку, да? Да. Она на индианку похожа больше, чем все остальные. Не пойму, почему все пищат от них. От блондинок? Нет, от этих Барби. Мне больше нравятся куколки как... Жирненькие, как да, мы. Как... как настоящий человек. Как пупсики, как ребеночек. Да. Не как вот взрослая женщина, а как ребеночек, которого можно укачивать, растить и все такое. Шкафчик. Господи, как этого нам не хватало в детстве. Кухонный гарнитур. Смотрите, какие. Вот эти вот гораздо красивее. Куколки, смотри, маленькие. Ну да, они хоть похожи на людей. А эти какие-то переломанные, как будто. Угу. Наталья. Холодильник тут себе, смотри, игрушка. Слушай, да. А мы, помню, были какие-то передачи, типа «Умелые ручки». И вот там из картона учили делать, собирать шкафчик, комодик. Комодик мы еще собирали из спичечных коробков. А такие вот прям уже готовые. Я была бы счастлива в своем детстве получить. Ой, мне кажется, я вижу. Ой, извиняюсь. Смотри, тоже кухонный гарнитур. Раз. Смотри, с плитой. Да, вообще красота. Какая прелесть. Видишь, можно собрать целую кухню. Но это для каждого ребенка должна быть отдельная комната. Ну вот, собрал, сложил. Да. А это микроволновочка. И стиралка. Тут. Да. Угу. Ой, красота. Еще нашла? Ага. Смотри, какая. Уже буфет. Ой. И мойка. Боже мой. И даже для полотенцев. Да, туда можно маленькое полотенчико повесить. Обалдеть. Обалдеть, конечно. Красота какая. А тут ружье помповое, можно стрелять шариками. 6 снарядов. Уже и расчесочка, и туфельки, и сумочка, и наряды. Зеленая, красная, желтая. Нет, ну что-то наряды пластиковые мне не очень как-то. Тряпочные. Ну, мне так нравятся. Можно сшить. А игрушка кровать. Да, можно сшить. Игрушка кровать. Ой, а это что? Ну, что-то собирать. Лишний мусор в доме. Игровой набор, ванная комната, Наташ. Представляешь, как интересно. А это что? Блин. Подставка для карандашей и ручек. Так, она вот такая закрытая. Наверное, а это за 149. Я чувствую, что мне нужна эта хорошая, красивая, элегантная подставка для телефона. Ну, извините. Ну как? Довольна шопингом? Конечно. Фикс прайсе. Конечно. Я тоже немножко купила 3 вещички. Салфеточки, косметичку и зажимы для пакетиков. А я купила эти косметичку. Уж очень красивенькая и удобненькая. Вот. А, казинаки. Я люблю казинаки. Вот, и наклеечки с кошечкой. Ага, ясно. А я вчера возвращаюсь, ну, поздно, как всегда, в 11. Сережка дверь открывает. Мы уже волноваться начали. Я говорю, так позвонили бы.
Он, так мы только начали. Я говорю, Сережа, я была в Хард-рок кафе. Какие там люди милые. Как они нас встретили. Он, ой, я был в Хард-рок отеле. Там, говорит, так встретили, что даже бесплатный гамбургер дали, когда узнали, что я пришел к посетителю Хард-рок отеля. Я говорю, где это ты? Я не слышала вообще, что есть Хард-рок отеле еще. В Доминикане, говорит. Кому-то из друзей там пришел. А говорит, настолько там обслуживание на высшем уровне, что если ты пришел в гости к другу, тебе, понимаешь, этот какой-то гамбургер и напиток. Какие у него друзья? Не знаю, да. Где он таких друзей нашел? Такие елочки заснеженные. Вообще красота. И прямо снегом, снегом в лицо, как иголочками. Хорошо так. Легкий массаж. Да, да. А что это? Тележек-то нету. Наталья, иди добывай тележки. Сейчас. Да даже корзинка-то всего, понимаешь, одна. Их разворовали, что ли? Тележки. Нету, Наташ. Я думала, может, их увезли, да. И не завезли. Нас ущемляют. Да. А вот в Дикси есть тележки. Если бы хотя бы были эти ячеечки, куда сумки, да, можно было положить. Пошли наябедничаем. Я думала, это мешок с картошкой лежит. А тут целый пес. Тижайка. Зашел погреться. Что значит достала? Там никто сейчас не кричит, что угнали тележку. А теперь пусть докажет. Ну тогда я этот отнесу, да? Ага, да. Так, мне нужны баклажаны. Баклажаны. Я хочу завтра сделать бенгенбарта. Это там. А ты хотела копченую рыбу. Рыбу. Да, горбушу горячего копчения. Так, баклажаны хочу. Они, конечно, сейчас очень дорогущие, но вот что-то мне прямо вот в голову вступило, что я их хочу. 233, блин. 233. Ну, хочу. Чего они их не уценят-то? Они уже неприглядно выглядят. Такие есть простые. В чем разница, пойду спрошу на кассе. Сказать одно и то же. Одна цена по 233, но эти гораздо лучше качества, те уже помятые. Видимо, люди боялись в упаковке брать. Думали, что запредельная цена. Может, по 200 каждый. Вот. А я тут, Наталья, журналистское расследование провожу. Да, понимаешь, по 233 рубля килограмм, но осталось уже штучек 5 и мятеньких. А много вот таких лежат в упаковочке, красивые, выглядят дорого. На кассе спросила, оказывается, тоже по 233 рубля килограмм. В общем, можно брать. Пакетики снимать. Сколько бананы стоили? 65. Я боюсь близко подходить, мне кажется. Рублей дороже. Блин. Хочешь, Дикси пойдем? Пойдем. Не пойдем. Бери, я тебе доплачу 5 рублей, блин. Ладно. Издевается. Ты посмотри, пойдем, говорит. Ничего, что сестра устала. То в ресторан, то в Хард-рок кафе. Ты понимаешь? Слушай, жизнь у меня такая тяжелая. Бедная. Я тебе готова подставить свое плечо, бросить круг спасательный, чтобы тебе помочь. Бедная, какая же ты бедная. И садовник у меня бедный, да. И водитель у меня бедный, и повар у меня бедный. Нелегко нам, рабочему люду, нам, царям.
молоко за вредность отдала. Точно. Вот, вот. Аж три баклажанина. Не знаю, сколько они. Они замечательные. Но не знаю, сколько они весят. Зато будет прекрасная бенган-барта. Да. Так, я курочку хочу. Не знаю. Ну давай глянем, и я подумаю. Ну давай. Хочу я курочку или не хочу. Ну, как тебе? Впечатляет? Да, в общем-то, ничего. Принести пакетики? Как скажешь. Только стражи не отходи. Стражи не отхожу. Не открывается, а я тебе говорила, влажный пакетик бери и шебурши. Ага. Ну вот такой купила им. Вроде в прошлый раз зашел. Идем попадем, посмотрим мою рыбку. Ага. Обязательно. Они очень вкусные. Вкусные творожки, да. Мне Люда тоже просила, говорит. Они не всегда здесь бывают. Говорит, если встретите, мне тоже купите. Я приеду себе. Рыбка там впереди. Идем. Покажу. Какую я маме покупала. Что-то, Наталья, не твой день. Я не вижу этой рыбки. Сейчас, может, найду, конечно. Странно, что она здесь была всегда, да. Вот прямо здесь. Вот она 230 с чем-то стоила. Ну ладно, я помню. Ну ладно, Наталья. Не твой день, потом. Потом купишь. Короче, три баклажана у меня вышли на 201 рубль. Вот, как-то так. Не понимаю, Наталья. Как ты с сумками? Мне вот тащу сейчас так неудобно. Я попыталась. Рюкзак, это так удобно. Даже покупала. Если что, у меня есть рюкзак, я тебе могу его даже презентовать. И мне они перетягивают как-то вот плечи, и голова кружится. А-а-а. Как-то вот, ну не мое это, у каждого свое. Мне советовали, я комментарии-то читаю, советовали тележку на колесиках. Вещь хорошая, но дребезжит. Да. Это немножечко раздражает, начинается мигрень. Да. Вообще, нашим магазинам в нашей деревне надо предоставлять тележечки до дома. Не, ну есть же какие-то сейчас услуга, что заказываешь онлайн. Только я не знаю, есть ли в нашей деревне и в нашей пятерке. А тебе прям домой привезут. Очень нравится эта услуга. Мне кажется, ну вот, например, закажу я яблочки, но понаберут самые-самые. А уж мандарины как тебе выберут? Мандарины, да. Ты каждую мандаринку по полчаса выбираешь. Да, лапаю, лапаю. Да. Они ж не будут соответствовать твоим высоким стандартам и нормам, и ожиданиям. Все будет не по-твоему. Вот мы погуляли. Называется... Дамские прогулки. Ну, вот такие дамские прогулки. А как же? Умеют же мужчины гулять? Они на машинах гуляют. Слушай, что у нас со светом? Это мне кажется? Нет, это мне не кажется. Я думала... Там в краях тоже какие-то лампочки мигают. Думала, у меня уже от тяжести замерцало в голове. Вот вернусь от них. Никак не можем вспомнить. С тобой хотели посоветовать фильм то ли «Отъявленные мошенники», то ли «Отпетые мошенники». Но главная роль у Стива Мартина. Вот очень хороший фильм. Мы были просто в свое время в восторге. А я сейчас, пока мы еще шли, спорили, «Отъявленные» или «Отпетые мошенники». Я его посмотрела первый раз 30 лет назад, по-моему, еще в Крыму у родителей первого мужа. Мы посмотрели... С другой невесткой мы шли из кинотеатра. Мы хохотали просто вообще. Так хохотали. Веселый, интересный фильм. Если не смотрели, обязательно посмотрите. А еще с его... Ну, он вообще предпочитает сниматься в фильмах с комедиях. Мне он очень, правда, нравится. Вот что внешне, что вообще интеллектуал, кажется, вроде как читала про него.
Вот еще очень хороший фильм называется «Домохозяйка». Он вместе с Голди Хоун играет. Не смотрела, Ира? Не знаю про что приблизительно, без спойлерства. Ну, там талантливый архитектор знакомится с официанткой и жалуется, что его невеста бросила, а он для нее такой дом построил. А официантка посмотрела на этот дом и приехала к нему в гости. Помнишь? Голди Хоун. Она была... Или я путаю? У нее кафе было, она лепила круассаны, помнишь? Нет. Это про другую. Это, видимо, про другую. Он тоже был архитектором, мне кажется. Слушай, это, наверное, какой-нибудь другой фильм. Вот, просто я еще смотрела тут недавно опять повторение фильма «За бортом» с Голди Хоун. Угу. И вспомнила как раз и про домохозяйку. Ой, какая красавица была. А, это другой фильм, я другой. Там... Другая актриса играла. За фильм? Вот не помню, но там, по-моему, играла Мэрил Стрип. И она тоже вот с ним познакомилась, там два одиночества. Он ей помогал тоже, по-моему, какую-то летнюю кухню, что ли, или зимнюю строить. А потом они напились. Семейные или ценности? Не типа помнишь? Того, да, по-моему, да. Кажется, семейные потом они ценности. Дружно напились, поехали к ней в этот ресторан, она налепила круассанов, накрутила, приготовила. Мне кажется, тоже очень хороший комедийный фильм. Угу. «Семейные ценности». Она была в разводе. Угу. Вот, и встретила его. Мне почему-то он нравится. Мне кажется, он очень добрый человек. Да, сегодня у нас вот все советы, связанные с Рики Мартином, да? Нет. Стив Мартин, господи. Я дико извиняюсь. Не слушайте моих советов. Вредных. Какая хорошая погодка. Так неохота нести-то сумки. А Рики Мартин это кто? Мне кажется, это певец. Нет? Блин. Ты прежде чем выпускать эту серию, свяжешься с компьютером. Ну, Рики Мартин, мне кажется, это певец, нет? Ну, нам не привыкать позориться-то. А, да, я и забыла. Одним позором больше, одним меньше. Вот именно. Что ж такого? Наталья, только не перепутай, ради бога, сумки. Так, курочка. Моё. Угу. Маленькие мои, всё. Всё. Пока. Созвонимся. Да, дойдёшь до дома, позвони. Ой, кстати, сегодня праздник 110 лет со дня рождения Ванги. Вот мне очень интересно узнать, уважаемые подписчики, ваше мнение об этой интересной личности. Кто-то ее яро ненавидит, а кто-то ее любит. Вот интересно, особенно интересно узнать те, кто, может, ездил туда. Ну да, это было бы, конечно, очень интересно. Угу. Вот. Ну ладно. Ну все, пока. Пока-пока. Угу. Все, друзья дорогие мои, мне тоже неудобно тащить одной рукой две сумки, поэтому я вам всем желаю добра, здоровья, радости, гармонии, процветания. Вот, и всех обнимаю, всех люблю, всем хорошего настроения. И пока-пока. У нас кому-то скорая приехала. Каждый день приезжают скорые. Так что всем вам отличного здоровья, дорогие друзья!